Давайте сюда. Так, слушайтесь меня, и тогда никто не пострадает. Открывай, иначе они пожалеют, что выжили. Эй, эй, давайте. Давай быстрее, молчать всем. Давай же. Руки за спину. Ладно, мистер, мы же выполнили все ваши требования. Даже не думай об этом. Я сама, господи. Давай сюда. Погоди, я займусь взрывчаткой. Не подорвись. Внимание. М, загони этих засранцев в подсобку. Скорее. Что туда, живо. Он нас убьет. Не трогай нас. Мы тебе ни хрена не сделали. Все готово, действуем. Набираю номер. Так, ну что, действуем? Ха-ха, вот и денежки. Спокойно, Ти, спокойно. А вот и куш. Берем только банкноты со случайными номерами. Давай. Да, тут точно хватит на всех. Это как посмотреть. Чего стоим? Я выхожу, Би. Сдавайся, он у меня в руках. Я видел твое лицо, я тебя запомню. Ты каждый день забываешь тысячу мелочей. Пусть это будет одна из них. У него взгляд безум... Твою мать! Ну и зачем ты это сделал? Двинули, скорбеть будем потом. Да уж, точно. Идем. Ты что делаешь? Быстро в укрытие! Я ставлю заряды, они с часовым механизмом, так что готовьтесь. Черт побери, черт! О, слышите? Сирены! В жопу легавых! Ти, жми на кнопку! Это что, гражданская оборона? Это в план не входило. Так всегда бывает. Пошли! Уходим! Во всем виноваты уроды, которые вас вызвали. Уроды сраные. Кто нас заложил? Прочь с дороги. С тебя хватит, придурок. Не останавливайся. Что тут творится? Назад, мать твою. Я не сдамся. Не будь болваном. Не ту профессию ты выбрал. Не давай им продыху. Ствол на землю, ублюдок. Мудак. Уйди с дороги, а не то пожалеешь. Пошел. Ложись. Зря вы так быстро приехали. Пошли, быстрее. Мы им покажем. Машина здесь, идем. Пошли! Может, пацан драпанул, на такое он не подписывался. Сколько же копов в этом городишке? Ну, кто следующий? Это полный отстой! Я свое дело сделал! Полиция Янсена, не двигаться! Быстрее! Водила ждет! Лучше бы он был на месте! Давайте уносить ноги! Давай, двигай! Thank you.
Садись сейчас же. Чего вы так долго? Заткнись и веди машину. Вот говнище, видел, а? Я прижал эту суку мордой к сраному стеклу. Ты это видел? Да, ты настоящий мачо. Ох, сука, как это случилось? Пошел, пошел! Твою мать! Ой, кажется, они... Мать твою, ублюдок склеил ласты. Полный мудак. Сам не лучше. Да пошел ты. Быстрее, надо добраться до вертушки. Если поторопимся, опередим поезд. Мы успеем. Копы едут сюда. Не дергайся, они еще не срисовали нашу тачку. Чувак, я поверю в эту птичку, когда увижу ее. Черт, 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 дорогу перекрыли. Направо, надо обогнать поезд, чувак. Есть. Боже правый. Вы в порядке, парни? Твою мать. Ну же. Тачку лучше бросить. К вертолету можно тут пройти. Нет, нет. Действуем по плану. Чего? Делай, как задумано, мать твою. Давай. Где этот сраный вертолет? Говно, говно, говно. Я посмотрю сзади. Бежим, это сраные федералы. Нас точно кто-то сдал. Так, Брэд выкарабкается. А нам пора валить к чертовой матери. Черт, меня зацепили. Господи. Ты должен сваливать отсюда. Я тебя не брошу, Майки. Уходи. Боже, мне все равно конец. Истеку кровью нахер. Беги. Нет. Я здесь. Прикончите меня. Сдохните, пидоры. Сдохни. Недоноски. Пидоры вонючие! Сдохните, гондоны! Все сдохните! Эй, ты! Эй, ой, ты! Ой, мама! Господи, не стреляй! Помогите, спасите! Ты о чем? Отошли назад! Еще один шаг, и ей конец! Отвалите! О, господи, помогите! На помощь! Вперед! Вперед! Майкл не всегда был хорошим мужем. Он не всегда был порядочным гражданином. Он умер не героем, но человеком. Наш Господь был распят вместе с двумя ворами. Так может, нам не стоит судить, Майкл. Мы рождаемся грешными и грешными умираем. И в этом Майкл был таким же, как любой из нас, Отец наш. Пути твои неисповедимы, но мы точно знаем, что ты будешь милосерден к нашему другу. Ваш сын, Джеймс. Он хороший мальчик? Он хороший мальчик? Хороший мальчик? Почему? Он что, бедным помогает? Нет. Он целый день сидит на жопе, курит дурь и дрочит, и играет в эту тупую игру. Если у нас теперь такие люди считаются хорошими, неудивительно, что эта страна в полной жопе. А вы?
А что я? Эй! У меня не было такой роскошной жизни, как у этого пацана. В его возрасте я уже два раза отсидел. Я грабил банки, был сутенером, возил дурь. И вы считаете это своими достижениями? По крайней мере, я своих возможностей не просрал. И куда они привели вас, Майкл? Они привели меня прямо сюда! В хреново болото! У меня большой дом и сын бездельник. Я вынужден разговаривать с вами, потому что всем остальным на меня насрать. Да уж, сбылась моя мечта, детка. И обернулась полным говном. Сраным говном. Давайте, выговоритесь. Да я, в общем, уже... Оу. О, ну похоже, наше время закончилось. На следующей неделе, в это же время? Но... Честно сказать, я не уверен, что вся эта хрень мне поможет. Чувство покорения всепоглощающей беспомощности – важная часть процесса. Смиритесь с этим. Как скажете, док. Я понимаю, каково тебе. Эта хрень должна быть где-то здесь. Разве что они закопали ее в песке. Еще одна гениальная замутка Ламара Дэвиса. Да пошел ты! Эй, кореш, не подскажешь, где находится бунгало Бертольд? Не, кореш, не могу. Давай, двигай уже, блин. А, ну, вообще-то знаю. Вон тот дом с желтой лестницей. Спасибо, кореш, благодарен. Чувак, пошевеливайся! Черт! Может, спросишь, не знаком ли он со странным владельцем? Или еще лучше, наймешь самолет, чтобы он в небе написал: «Двое нигеров решили прибрать к рукам пару тачек, на тот случай, если все еще не поняли». Ты не понимаешь, мы не прибираем. Это законный бизнес. Законный? О, да, я забыл. Пенсионные отчисления, налоги и так далее. Ага, точно. Вообще-то, это тебе приперло заниматься этой работой, нигер. Я зарабатываю деньги на районе. Я нормальный пацан. Все круто. Все круто? Что круто? Торговать дурью и тусоваться с гангстерами? Ага, точно. Проехали, кореш. Да, приятель, вот это место. Твой кореш Симон не врал. Бро, тащи сюда свою задницу. Бегом сюда, кретин. Вечно ты пытаешься командовать. Ну же. Давай, ну давай же. Черт, у этого нигера, наверное, хрен, как у ребенка. Ага, и машины взяты в кредит. Уху! Иди к папочке. Нигер, какую берешь? Вот как, внезапно обнаружил у себя яйца, да? Реально, братан. Черт, да, у этой тачки и крыша автоматическая, и вообще полный фарш. А все потому, что нужно вовремя взносы платить. Чтобы иметь такую тачку, нужно вкалывать. А теперь она снова у нас. Хренасы, я хочу ее обкатать. Слушай, звякни мне на мобильник. Че, вот оно как. Ладно, братан. Давай за мной, специально для тормозов поеду помедленней. Хорошо. Запомни, с этими тачками надо поосторожнее, если Симон снова оставит меня без бабок. Кореш, если хочешь рубить бабла, я могу свести тебя с чуваком, который работает на эвакуаторе. Работа не гламурная, но деньги заработать можно. Чтобы они с Тони могли спокойно забивать косячки, черт из два, чувак. Ты даже не стараешься. Как скажешь. Блин, чувак, а сколько мы получим за тачки? Мне жаль будет расставаться с этой.
В этой долбанной стране, похоже, бесконечное число чуваков с плохой кредитной историей. Привет, дорогой. О, черт! Здесь, направо. Понял. Покажем этим киношникам, на что мы способны. О, дерьмо! Какого хрена? Чувак, я сожалею об этом. А что, вы тут кино снимаете? Эй, эй, сюда, в переулок! Как скажешь. Я из тебя человека делаю, мудила. Нарываешься, что ли? Идиотина. Здесь, налево! Круто! Где там настоящий ты? Давай, Фрэнк! Как скажешь. Налево, налево! Ладно! Мы бы оказали Симону неуважение, если бы не опробовали эти тачки. Если мы не узнаем, как они ведут себя в экстремальных условиях, то как мы ему об этом расскажем? Сечешь фишку? Давай, жми, чувак! Да пошел ты! Направо, брат! Ага! Здесь налево, через парковку! Круто, брат! Ты даже не стараешься! Как скажешь! От наличия диджат, кореш! Тупой мудила, это федеральное хранилище! Чего ты плетешься, как черепаха? Съезжай на обочину, пропусти людей. Сейчас я пропущу кое-что прямо через твою жопу, негр. Чувак, шуточки у тебя дебильные. Ау, черт. Вот срань, копы. Не ссать, у нас все документы. Мне пофиг, объяснять будешь ты. Увидимся в салоне. Хрен я буду им что объяснять. И больше приватизированных охранных фирм высокого уровня... Эй, берегись таких дураков, как я! Поскольку война... Уже! Проклять, зашибись! Организованная преступность на подъеме, и политики видят причину в недостаточном освещении в СМИ и отсутствии сенсации. Эксперты вчера предупредили, что недавнее падение популярности гангстерских фильмов, посвященных как американским, так и латиноамериканским университетам, привело к росту бандитизма, поскольку кино уже не предупреждает людей об опасности принятия неверных решений. Сегодня киномагната Соломона Ричардса и его испытывающие трудности студию Richard Majestic потрясла новость о том, что еще одна историческая киностудия Levenstein Pictures закрылась и будет превращена в роскошные кондоминиумы. Неужели скоро в Америке не останется ничего, кроме реалити-шоу и собственности, которую никто не сможет... Вон вон там! Война за финансирование между ЦУР и ФРИ обострилась после того, как ФРИ обещал сократить расходы. Диспетчер, мы наблюдаем за целью. Аккуратнее, ее другое. Культовые новости. Хороший водитель. И его последователи экшн-артистов открыли большой праздник, потому что Верховный суд штата Сан-Андрес отклонил заявление налоговой службы о признании программы «Эпсилон» культом и финансовой пирамидой, а не настоящей религией, и поэтому якобы ее статус благотворительной организации должен быть упразднен. Мистер Формедж, сколотивший, как полагаешь, состояние в несколько миллиардов долларов, плакал на ступеньках у здания суда. Я Карл Келли. Рынки нестабильны, так как индекс Болса перешел в свободное падение, а затем получил сильный удар, прежде чем привести буквально всех в замешательство. Если вы хотите понять больше, купите мою новую книгу «Как взять быка за рога и оседлать медведя». Weasel News. Подтверждаю ваше предубеждение. Сам виноват. Что-то глупости. Studio albums and the last two have really hit it off. Ace Hood featuring Future along with Rick Ross. You got it. I stay smoking on Jamaican. I for bitches from different races. You get money. Бро, я тебя не понимаю. Ты расист и ты мне не нравишься, поэтому я не продам тебе эту тачку. Нет. У меня от тебя мурашки по коже, неонацист. Да все вы из одного теста, уроды несчастные.
Этот расист меня оскорбил. Эй, Дурила, что за дела? Кого ты называешь нигером? Не, я никого не называю нигером. Эй, что за херня? Я в смысле... Словом на букву N. Я в смысле словом на букву N. Я, это не круто, я так не говорю. Зашибись, в общем, лучше тебе не распускать язык, потому что этот человек бизнесмен международного уровня, мультикультуралист. Я бы сам лучше не сказал. Ладно, может он и не расист, но он недостаточно крут для такой тачки. Секундочку, вот этот парень, он. Дай ему гибрид. Эта тачка настоящего мужчины. Я думаю, что ты прав, Ламар. За нее еще и налоговые льготы полагаются. У парня, как я понимаю, проблемы с деньгами. Нет, у меня никаких проблем с деньгами. Вот тут начинается самое лучшее. Смотри-ка, как мы разведем его на все его денежки. Слушай, чувак, мне пора уже. Эй, Симон, я сваливаю. Я тебя еще наберу. А сейчас начнется самое интересное, чувак. Ну что, Джимми, ты точно стал мужчиной. Тогда садись за руль и докажи это. Ладно, конечно. Чё, может поедем отсюда? Отлично, а теперь послушай, какая здесь стереосистема. Нет, для тебя это слишком, тебе нужен компакт. Эй, ни за что, компакт? Я крутой, мне нужен внедорожник. Я должен подумать. В этом вся проблема, думают слабаки. Сильные действуют. Ты зря тратишь мое время. С тебя почасовую оплату нужно брать. Сколько я там просил в месяц? Удвой эту сумму. Эй, я хочу эту тачку, но у меня нет обеспечения. Сойдет денежный залог и обещание платить взносы раз в неделю. Раз в неделю? Мы же говорили про раз в месяц. В неделю, в месяц, неважно, ты ненадежный клиент. Эй, да ты чё, брат, я надежный, реально, давай бумаги, я все подпишу. Фрэнклин, у меня клиент. Это же гроши, брат, как я завалю взрослую горячую сучку, если в кармане шаром покати? Перед кем ты выеживаешься? Перед твоей тетей Денис, у нее такая попка, нигер, такая попка. Да уж, отрастила, все витамины в задницу ушли. Не, брат, она секси. Секси? Скорее помешанная на сексе, нигер. Не, ей просто нравятся пенисы, такие тетки мне по душе. It's a little known fact, it's made of helium. Yep. This means when you fly into it, you will talk really funny before you die. Like a little person in one of those movies about candy factories. Real talk, bro. Tectonics. Relativity. Shit, these guys don't understand. Shit, buddy. Какой ужас. О, боже мой. Что за херня? Ой, гребаный бог! А там уж... Как твои дела, кореш? I'm just a wind in the mist, speed lines. Got your head in a twist, I made a motion. What kind of magic is this? You think you're hot shit? You're just a name on the list. I crossed you out, kid. I did it quick as a whip, and you're gone. All at the flick of a wrist, I made a motion, and you don't even exist. Can't believe it, got some left to come back to me. Coming fast, but I'm cruising at hyper speed. Million miles, millisecond, the fast to see. You got the call, you got the magical after me. Coming fast, but I'm burning at hyper speed. Million miles, millisecond, the fast to see. So I'm part of a miracle master. Another sucker, another buzz. But I ain't nowhere, I never was. Speed lines, speed lines, speed lines, speed lines. You think you're hot shit? You're just a new one. I put you out, kid. Quick as a whip, you're gone. All at the flick of a wrist, I made a motion.
you don't even exist. Can't believe you got the nerve to come after me. Coming fast, but I'm cruising at high speed. A million miles, not a second, the fast to see. So far, a miracle masterpiece. You got the gold, you got the nerve to come after me. Черт, блин, чувак, как хорошо дома. Так что, можно к тебе в берлогу-то зайти? Чувак, да отвали ты, увидимся на работе. Нигер, нельзя так ненавидеть всех, кто красивее тебя. Может, если ты откорнаешь свои мерзкие патлы, тёлки сами будут тебе на член прыгать. Хау, или еще лучше, может, Таниша тебе позвонит, если когда-нибудь перестанет трахать своего нейрохирурга, или адвоката, или с кем она там трахается. Нигер! Что? Ох, козёл. Оу, зайка! Что бы говорил? Ой, он здесь. Мы ходим друг у друга по головам, и это неправильно. Кыш, кыш! Уходи отсюда! Ну ладно, малыш, увидимся там, понимаешь? Мальчик, я на телефоне, не подслушивай! Проклятый бездельник! Ты сегодня приготовишь мне ужин, малыш? Почему тебе всегда надо поднимать переполох? Ты все еще должен мне выпить тоже клавиатуру. Ох, нет сомнений. Франклин! Чё, как? Рынок полумертвый, приятель. Ликвидность на нуле. Жми сюда за новым списком. Ладно, заеду как смогу. Ко мне тут должен наведаться один джентльмен, так что дуй из дома.
Эй, привет, как дела? Все нормально. Пойдем со мной и устроим вечеринку. Держи 5, Франклин. Я связался с отделом обслуживания. Святые угодники. Новый блок. Время тебе стать иллюминатором, чтобы позвонить до этих ублюдков. Черт возьми, да, у меня есть жалоба на то, что в этом телефоне нет музыки и игр. Какой ужас! Какая тачка! С дороги! Мне нужно быстрей! Черт! Противно. Дебилоид! Боже, эй, давай, двигай быстрее! Ты ужас! Мой папочка должен выйти из игры! Привет, привет! Ты кусок дерьма! Черт, твою мать! Привет. Просто так снимаю мою машину, да? Продолжай бороться. Йоу, это тоже ага. Хороший грёбаный придурок. Как дела? Ох, горячая тачка. Отлично. Дайте мне немного денег, пожалуйста.
отличная машина. Что это за херня? Отличный у тебя аппарат. Черт возьми, ты бы убил меня. Эй, Симон, как жизнь? Здравствуй, дорогой! Как я рад тебя видеть! Очень рад! Давай обнимемся! Слушай, чувак, мы ведь работаем вместе уже несколько месяцев, так? Именно поэтому я с радостью объявляю тебя работником месяца! Чего? Круто, да? Поздравляю! Выбрать было очень непросто. Да уж! Я, Ламар, и твой двинутый племянник Саша. Слушай, чувак, я большой и все такое, но мне надо расти, а то я только и делаю, что позволяю помогать собой, и ничего в моей жизни не меняется. Послушай меня, мой мальчик, скажи, чего тебе хочется, и я доступно объясню, почему это невозможно. Чего? Сегодня мы отбираем тачки у придурков, которые купили их с заоблачными процентами. А завтра у нас большое будущее. У меня никогда не было черного сына. Но я не отказался бы от такого сына, как ты. Тук, тук, нигеры! Привет, Ламар! Как дела, чувак? Как дела, приятель? Йоу, брат. Наш Франклин стал работником месяца. Ты что, прикалываешься? Чувак, нас обоих тут разводят. Да брось, приятель, серьезно? И это после того, как я жопу рвал на работе. Чувак, да забей ты на эту херню с работником месяца. Я пытаюсь найти, херня, говоришь? Если есть херня, которую можно получить, я хочу ее получить, мать твою. И насрать, о чем идет речь. Понял, да? Я всегда иду до конца. Я играю по-крупному. Иду на все. Без тормозов. Если есть сраная таблица результатов, я хочу быть на самом верху этой сучки. И чтобы рядом с моим именем стояло слово «победитель». Может, повезет в следующем месяце, а? В жопу следующий месяц, Симон. Как насчет сегодня? Дай мне шанс. Сегодня пусто, есть всего один байк. Придурок ни разу не платил. Его зовут Эстебан Хименс, Кляш Веспьючи. Состоит в какой-нибудь банде? Когда он брал байк, мне и в голову не пришло спрашивать об этом. У нас есть дельце, работник месяца. Иди нахер, чувак, и пошли работать. Ты просто сраный подхалим, нигер.
Едем в Веспьючи, Мегален Авеню. Все еще ходишь с этой волосней? За такую прическу нас тут запросто подстрелят. Никогда бы не подумал, что ты у нас стилист. Это многое объясняет. Мудила, который забрал байк, Вагас, кажется, латина с татухой на морде. Ага, это он. Кореш, я не хочу лишних неприятностей, хорошо? Нигер, да мне насрать, мы ведь чертовы громилы, а Симон нам за это платит. Мы же не девочки-ромашки. Насчет тебя я не уверен. Нигер, очнись, конечно же это крутой чувак, у кого еще может быть избыток бабла и нехватка мозговых клеток? Он только что заплатил 20-ку за байк. 20 кусков? Не, взнос 3 косаря. Черт, байк-то наверняка навороченный. Всю эту тему замутили наркодилеры для отмывки денег. Слушай, братан, действуем тихо. Вошли, вышли, никаких сцен. Постараюсь, кореш, но я же шумный, истеричный, наглый, сумасшедший, жадный мудак, который просто обожает стрелять в спину. А ты любишь меня за это? Точно, кореш, люблю прямо до боли. Этот Симон забавный чувак. Жаль, что когда-нибудь придется схватить его за яйца и сжать посильнее. Ты совсем охренел, мудила психованный. Но так ведь оно и бывает. Работаешь на кого-нибудь, типа завязываешь отношения, а потом он просит тебя о чем-то запредельном. Вы с ним ругаетесь, парень получает пулю, и ты начинаешь все заново с другим чуваком. Ты где этого нахватался? Не, это не моя тема. Чувак, а как же тот парень с глазом? Ну тот, который жил неподалеку. Маркус, или как там его? Ты толкал для него дурь, а потом он получил по заслугам, так? Это другое, тот чел сам напросился. Ятаряна я тоже не хочу мочить. Мне нравится этот кореш, но по-моему это неизбежно. Слушай, бро, на этот раз все по закону, честный бизнес, так мы поднимемся в обществе. Серьезно, это лучше, чем когда другие чуваки поднимаются за счет нас. Это реально, чувак. Реально, спору нет, но как-то с трудом верится. Хочешь пос... Чё, апачи все такие азартные, шел бы ты в резервацию, работал бы в казино. Правда, они бы вышвырнули тебя за то, что ты жульник и самозванец. Чё за расовые стереотипы, это оскорбительно, негр, меня очень обижает твоя нетерпимость. Чувак, ну да, ёп. Это Weasel News. Звезды фильмов для взрослых протестуют единственным известным им образом. Протестующий был зарезан ножом во время акции протеста в связи с расстрелом протестующего накануне. Сексуальные новости. Жасмин, местная порнозвезда, расстроена новым законом, обязывающий актеров фильмов для взрослых надевать презервативы. Актриса... Байк должен быть в одном из этих гаражей. Должен быть, это тема всей твоей жизни. Следи за мной, дебил. Кажется, этому психу что-то нужно. Эй, кореш, ты чё? Прочь, прочь от меня, агент из АФО. Ты что думал, мне нужна твоя жопа, пьяный нигер? Спокойно, нигер. Да, вот так, двигай, мудила. Мне это совсем не нравится. Надо, чтобы все прошло гладко. Все, что у нас гладкое тут, это твой лобок. Что же я такого натворил в прошлой жизни, чтобы меня наградили знакомством с таким дебилом? Это обычное дело, расслабься. Эти вагасы похожи на обычных чуваков в этом переулке. Черт, мы в Веспьючи Бич. Не в той части Веспьючи Бич. Ты же знаешь, бывают кварталы и кварталы. Эй-эй-эй, стой! Он в одном из гаражей. Андалей, мудила. Наверное, в другом. Если там нет...
вскрываем или как? Он здесь, точно говорю. Думаешь, этих разукрашенных уродов волнует, что у нас есть все документы? Да, мы полностью пролетаем. Нет тут никакого сраного байка. В натуре, нигер. Привет, друг. Привет, что? Эй, мы видели, как вы пытались сюда залезть. Вот как? Видел этот ствол? Вот дерьмо, эй, валим! Ублюдок! Эй, кореша, сюда, сюда! Знаешь, нигер, мне только пальбы для полного счастья не хватало. Нигер, не будь такой трусливой сукой, бери ствол! Мочи этих шлюх! Ох, мать, наверное, они что-то услышали. Дуй в укрытие! Чувак, мне тут уже совсем херово. Просто... Эй, ублюдок! Ты пытаешься подъебать меня? О, чёрт, слева от тебя! Ну давай, ублюдок! Чёрт, я пуст! Эй, ублюдок! Не высовывайся! Всем! У нас всё равно... Сюда! Они здесь! Пошёл к чёрту! Нас загнали в ловушку! Эй, спрячься за вон той тачкой! Мне надо... Меня стреляют сверху! Смотри, что ты делаешь! Иди за мной, разберёмся с этим! И только я подумал, что дела налаживаются. Вечно ты находишь с кем подраться. Что пил твой батя, когда тебя делал? Проклятие. Нет прикрытия. Держись там. Эти лохи даже не знают, зачем мы здесь. Ты же в них стреляешь, вот они и разозлились. Ты уродливый, мать твою. Останься там! Разойдитесь, мудилы! Один на балконе! Наверху! Вали нигера! Умри, ублюдок херов! Я ценю это! Вон там! Они выходят из той двери! Еще нигеры! Да пошло оно все! Боже мой! Спасибо. Всем отойти назад! Тебе надо сдёрнуть, мать твою! Отлично, кореш! Если ты меня бросишь, они меня пришпилят! Чувак, мы же пришли только за байком! А вот и этот странный байк, кстати! Эй, нигер, иди сюда! У нас для тебя квиток! Можем заодно и работу закончить! Чувак, это просто бред! Ты поведешь, да? Давай за ним, приятель, я не хочу терять свои бабки. Если тебе дадут 25 лет в тюряге, о деньгах беспокоиться не придется. Мы ведь замочили этих козлов. Черт, этот пидор уходит от нас. Это потому, что у него между ног 140 кубических дюймов чистой мощи, негр. Ох, профессор, твоя взяла. О, чувак. Ужас. Ты его упустил! Да, байк у него закачаешься. Черт, мы летим! Кореш, если он уйдет, нам хана. Он повесит на нас все эти трупы. И чья в этом вина, мистер Кровавый Мачо из боевиков 80-х? Нужно сбить его три просторона. Байк с парой царапин лучше, чем ничего. Нет. Извини, чувак, моя жена. Отдавай мотоцикл, говнюк. Мудак. Чёрт, да, чёрт, да. Посмотри на это. Верни байк. Отдавай байк, сука. Мудак. Не будь беспечным, кореш. Нет. Вали его! Тварина! Нам нужен этот байк! Вот так!
Черт, он убил. Подстрели эту сволочь. Тварина. Пока-пока, козел. Бери байк, встретимся возле мойки. Удачи, негр. А, вот это я и называю космическим кораблем. Ничего так Ты придурок, что ты наделал, а, бля? Какая точка? Хорошо для тебя. Чё так? Только не делай глупости, я пока что не могу с тобой тусоваться. Ты ж психопат. У тебя крыша совсем отъехала. Нигер, это во мне кровь Апачи говорит. Тебе повезло, что я не пустил в ход свой томагавк и не содрал твой скальп ко всем чертям. Слушай, вождь большая жопа, мы не можем конфисковывать имущество жмуриков. Ну, значит, мы не будем этого делать. Имущество я оставлю себе. Скажи Симону, что не смогли его забрать. Сам скажи, кретин долбаный. Special track, the one that's going to be big in months to come. Flew from Sydney, Australia with what you need. Смотри по сторонам. Bring things a little bit closer to home. This is on Future's Earl sweatshirt. It's an absolute modern day classic. The track is called Home. Promise hair rod, I'll put my fist up after I get my dick sucked. Quick buck, maybe go. With that fucking flow, this is a Мать твою.
focus like it's nothing, cause it's nothing big. From a city that's recession hit, stressed niggas flex metal with pedal to rake pennies in. Desolate testaments trying to stage echolage, but most niggas hide and Brenda just stay pregnant. Breaking news, that's less important when the Lakers lose his lead in that baby. Oh, yes. Hands trying to make it through. Я должен забрать свои старые картины. Вы меня не уважаете, потому что думаете, что я араб. Что? Ничего подобного. О чем вы говорите? Прошу прощения. Стойте. Нет, постой, я. Парень, я его наставник. Я так тобой горжусь. Че еще за наставник? Неважно, забудь. Лады, ну что у тебя? Джеймс Десанта. Какой ты мальчишка, уже просрочил платежи. И у меня такое чувство, что он причинит машине больше ущерба, чем мы сможем выжить из него в виде заоблачных процентов. Так что давай, забери у него тачку. Дом находится в Хэмпстеде, рядом с Эклипсом. Машина – внедорожник. Парень – какой-то папенькин сынок из Рокфорд-Хиллз. Только не горячись. Постарайся вернуть машину в хорошем состоянии, ладно? Понял, не парься. Я так рад тебя видеть, мой мальчик. Удачи тебе на юрфаке. Итак, мистер Кеннет, мы остановились на обсуждении финансовых вопросов. Этот кредит, тут что-то нечисто. То есть вы считаете меня жуликом только из-за моего цвета кожи? Да нет, цвет кожи тут вообще ни при чем. В салоне для тебя работы нет. Давай, дуй за тачкой. У меня хорошая кредитная история, а эта сделка сопряжена с высоким риском. Ты что, передумал? Когда услышал, что ты меня кинул. Ты мой работник месяца, и ты забрал этот байк себе. Слушай, мы с Ламаром собирались его тебе привезти. О, ну конечно, забери у папенькиного сыночка вот эту машину, тогда и поговорим. В бумагах указано, что у них там закрытый гараж, тебе придется проникнуть в него из дома. Почему с тобой всегда все так сложно, Симон? Я не намерен выслушивать твои сопли, варюга. Feeling lonely, feeling so alone.
TV, brushed off his shoulders like he didn't need to see me. Everything is green and black, the internet is real, and my eyes are not intact. I'm realizing that I shouldn't be surprised at that. In fact, my whole brain is filled with cannibals and diplomats. Это не у меня хер маленький, а у тебя дырище огроменное. Ах ты, пидор. Все, тебе конец. Пап, он сказал, что у меня огромное. Джимми обозвал меня сукой. Он пытался пырнуть меня ножом. Никто не ударит Джея в спину, негеры. Жертва аборта. О боже, мой брат такой гандон. Мне кажется, он чем-то болен. Ну, то есть в придачу к тому, что врачи уже нашли. Спасибо тренеру. Вы настоящий профи, мистер Десанта. Настоящий профи. Хорошо, вы очень способная ученица. А теперь просто раздвиньте бедра. Ладно, вот так? Да, разведите их. Вот, хорошо. И продолжайте движение. Отлично. О, ладно. Тачка у меня, Симон, я возвращаюсь. Если на этот раз ты ее довезешь, я смогу продать ее еще до конца рабочего дня. Я не собираюсь туда идти, там полно гребаных хипстеров. Они превращают мой выбор образа жизни в своего рода шутку. Я делаю это не из-за какого-то пристрастия, это просто моя жизнь, понимаешь? Я уволю своего агента. Это холодная штука, полуавтоматический пистолет калибра 9 мм. Не оборачивайся, езжай куда ехал. Эй, чувак, это же просто изъятие имущества из-за долгов. Парень не уплатил по счету. Вряд ли, ведь эта машина у сына только что появилась. Судя по твоей методике, мне кажется, это какое-то мошенничество с кредитами. Мошенничество? Не гони, чувак, это просто возврат имущества.
Ценю парней, умеющие выполнять приказы, не навешивая на себя лишнюю ответственность. Может, когда-нибудь мы с тобой выпьем, и я объясню тебе, как устроен мир. И кто же дает квитанцию? Автодилер по имени Симон Ятарян. А этот бизнесмен, думаешь, он все делает законно? Слушай, мужик, это дело касается только его и твоего сына. Не волнуйся, мы с мистером Ятаряном договоримся. Меньше. Сколько раз я должен тебе повторять? Никогда не оставляй за ним последний слов. Я теряю деньги, потому что меня называют Приехали, чувак. Хорошо, тормози у обочины.